Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Передо мной находится устройство Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. И сегодня я покажу вам, как на данном устройстве поменять звук уведомлений. И для этого, естественно, нужно перейти в настройки для начала. И здесь у нас есть пункт «Звуки и вибрации», который мы выбираем. И теперь мы выбираем пункт «Звук уведомлений». И здесь мы можем выбрать, какой захотим, в принципе, звук. Или можем вообще без звука выбрать. На этом все. Спасибо за просмотры. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.